Бытовые приборы учета газа, котлы, инструменты и строительные материалы – это лишь часть оборудования газовой сферы, которое производят в России. В современных экономических условиях «Газпром газораспределение Барнаул» расширяет сотрудничество с отечественными поставщиками. Для монтажа внутрипоселковых сетей используется полиэтиленовая труба. Поставщика мы определяем по конкурсу, но последние годы плотно сотрудничаем с полипластиком отделения завода в Омске. И чем нам нравится с ними работать, они осуществляют логистику и доставку трубной продукции прямо до объектов без каких-то перевалочных баз. Также сотрудничество ведется с предприятиями Омска и Ульяновска. Есть и алтайские поставщики. Например, резину закупают у местной компании «Атимаркет». Новые производства открываются регулярно. Недавно в Вологодской области наладили выпуск газовых котлов, а в Петербурге запустили новую линию по производству полиэтиленовых труб. На сегодняшний день именно по догазификации мы используем практически на 90-95% оборудования отечественного производства. Котлы у нас мы покупаем и в Таганроге, и в Ростове-на-Дону, и в Саратове, и в Энгельсе. Достаточно широкая линейка, поэтому на дегазификации именно вот импортозамещение у нас мы полностью адаптированы. Плюсом отечественных котлов газовики относят отсутствие дефицита запчастей и простоту использования. Не ждут проблем и с газовыми плитами. Под брендом «Дарина» их производят в Пермском крае. К слову, весомая часть дымоходов, также необходимых при газификации дома, изготовлена в Брянске и Екатеринбурге. Вот эти санкции, они еще и стимулируют нашу промышленность, переориентации и расширение производства. Практически каждый месяц сейчас, вот каждую неделю, запускаются в России новые производства, новые заводы. Независимо от внешних факторов, продолжит работу и программа дегазификации края. Напомним, подведение газопровода до границ земельных участков происходит бесплатно. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком.